В нашем детском саду каждая игрушка имеет значение. Например, если мы вот возьмем вот эту полочку, то это у нас кукольный театр. Этими игрушками дети могут друг другу там среди своих сверстников показывать кукольный театр. О значении каждой игрушки и о том, как они помогают развивать ребенка, Марина Хапаева может говорить часами. Все-таки за плечами без малого 20 лет педагогического стажа. Ее первые выпускники уже скоро будут приводить в детсад своих детей, а она до сих пор не потеряла то чувство, благодаря чему и выбрала такую благородную, но сложную профессию. Я очень люблю детей, поэтому я всегда хотела работать с детьми, потому что дети – это наше будущее, это наша жизнь и наша надежда, наверное, во всем. Вот, собственно, ради детей, ради их спокойной жизни в стабильной республике Мадина решила еще проявить свою гражданскую ответственность и записалась в ряды общественных наблюдателей на предстоящих выборах. Благо, опыт у нее уже есть. Она работала на аналогичной должности на предыдущем голосовании. Почему я стала наблюдателем? Так как я являюсь гражданином Российской Федерации, мне не безразлично будущее нашего государства, так же, как и будущее нашей любимой Карачаево-Черкесии. От этих выборов зависит наше будущее и будущее наших детей. Поэтому мы будем стараться, чтобы выборы прошли честно и чисто. Главное, чтобы выиграл тот кандидат, за кого голосовали наши граждане. Марина и более 500 ее коллег уже прошли обучающие семинары, где освежили свои знания об избирательном законодательстве, освоили навыки взаимодействия с участниками избирательного процесса и научились давать правовую оценку тем или иным событиям, а также реагировать на возможные конфликтные ситуации. Все эти знания непременно им помогут уже в сентябре, когда жители региона будут выбирать своих представителей в Государственную Думу, а также депутатов в органы местного самоуправления. Эрнест Чуков, Роман Нагаев, Архыз, 24.